Заметила заряды взрывчатки по периметру лагеря. Продолжение следует. Приведите их в боевую готовность. Первый заряд прямо перед вами. Кстати, камера стала ближе вроде. Вот он. Еще я оставила вам детонатор. Ага, вот и он. Где отлично. Детонатор? Один готов. Эй, не трожь кнопку. Этот? Когда приведете заряды в боеготовность, используйте детонатор. И бабах! Этого они точно не ожидают. Будь осторожен. Лазаревич поставил своих людей по всему периметру. Гляди в оба, могут быть патрули. Я весь взмок, как шлюха на мессе. Зачем водить шлюх на мессу? Что такого? Эй, осторожно, наверху. Никто не должен заметить. Надо убрать... Да тише ты, Нэй. От тебя слишком много шума. Ну, стрельба поменялась. А, тут еще... Да, это должно быть больно. Режим тут, типа, появился. Блюр. Блюр такой. Не знаю, был он в той части, не был. Но я не помню, по крайней мере. Я попал как-то. Прострелом. Можно качнуться на руках и прыгнуть. Ты-то, конечно, сможешь. Ладно, погоди, старик. Попробую найти другой путь наверх. Вот это мне надо. Да, вот и оказ в предыдущей части. Осторожно! Прекрасно. Спасибо, приятель. Сюда. Нейт, сейчас ты приближаешься к первому участку раскопок. Они уже должны были вернуться. Черт, нас видели! Разделайся с ними поскорее, пока они не позвали на помощь. Отличный выстрел! Они уже должны были вернуться. Черт, нас все видели. Разделайся с ними поскорее, пока они не позвали на помощь. Черт! Петро!
пока труп тут ты. Хоп-хоп. Вы приближаетесь к первому лагерю. Я разместила там заряды, но сначала вам придется расчистить себе плацдарм для деятельности. Там ничего нет. Когда же он признает поражение? Признает поражение, Магарвич? Ты не смеешь. Вот лагерь. Ты готов? Поехали. Еще ему надо. Если Лазаревич это услышит, нам каюк. Пулеметчик сидит уже. Опа. Winning. Now that's a good feeling. Ого. Господи, Нейт. Позиция плохая. Надо позицию другую. А вот это нормально. Сами себе гранату закидывают. Взяли его. Не ту кнопку нажал. Спокойно. Бритьё и стрижка. Недорого. Руки вверх! Не дайте им высунуться! Ой, не стал уже. А, тут тоже стреляют. Граната! Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Буду что мид. Теперь надо найти взрывчатку и привести в боеготовность.
Опа, это что за новенькое? Что, подсадить может? Ну ладно. Вининг, not that's a good feeling. Есть. Шо есть? Шо есть? Это про то, что он перепрыгнул через бревнышко? Опа, вот заряд один. Осталось заложить 3 заряда. Я даже не помню этот момент. Хотя и проходил игру. Осталось всего 2. Ну, кстати, этого не было в предыдущей, в первой части от этого. Что-то находить, искать. Так, установи последний заряд и уходим отсюда. Да, ну сперва надо найти его. Ого, не понял. Что это за динамическое освещение? Так, где-то. Он сказал где-то здесь. Типа есть, да? Не. Ладно, будем искать дальше. Так. Тут мы установили. Может здесь? Может где-то сзади? Есть. Ага, вот оно. Так, кажется, все. Пора навестить Лазаревича. Как его навещать? А, теперь подсадить могу, да? Им нас не достать. Иди, я тебя подсажу. Ладно. Давай, приятель, прыгай. Ну и задница у тебя, Салли. Спасибо. Порядок. О! Мощно же это было цунами, если забросило корабли так далеко на сушу. Тут вроде никого. Да, вроде нет. Палатки. Ящики. Тут, короче, поход просто решили устроить. Люди отдыхают, а мы мешаем. Черт, опять насос сломался. Эта штука вечно ломается. Надо починить, а то так и будем здесь торчать. Они без оружия. Их не так уж и много. Чего мы ждем? Можем атаковать их. Не знаю, Салли, может. Чужак! Вау. Ну как же ему хорошо. Мне бы не помешала твоя помощь. Да ты и сам справлялся. Вот тебе еще один. Салли! Хватит страдать ерундой. Нас ждут великие. Плюс-плюс. Что ты называешь ерундой? Пойдем вдоль трубы, придем к лагерю. Идем вдоль трубопровода. Прям как тогда в Монреале, а? Так и будешь мне напоминать? Монреале? Опа, новая голова. Отлично, быстро прошел.